Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я сейчас хочу слить свою свободку на подарочки. Ребятушки, мне уже выпал снежный шар, и из него выпал Скорпион G. Если вы, ребят, не видели это видео, вот ссылочка, заходите, смотрите, я думаю, вам понравится. Что касается того, что я собрался сделать, я на не основном аккаунте, где у меня накопилось очень много свободки, я не планирую на этом аккаунте качать себе какие-то ветки, я это буду делать однозначно только на основе. Поэтому, ребятки, думаю, что есть смысл попытаться открыть тройку-другую вот этих вот подарочков по 50 тысяч свободки, но я этого никому пока не рекомендую, по крайней мере, пока не увижу результат своими глазами, что это действительно того стоит. Ну что, давайте попытаемся открыть тройку-другую подарков и посмотрим, что будет внутри. Поехали! Из первого, ребят, скажу, бесплатного выпал снежный шар, но это больше случайно, чем закономерность. 150 голды. Я не знаю, честно говоря, выгодно ли поменять 50 тысяч свободного опыта на 150 золота. Не знаю, мне, честно говоря, невыгодно. Едем дальше. Давайте пробуем следующий контейнер. Из следующего контейнера мы с вами получаем 350 голды. Это уже, ну, как бы вроде бы что-то, но согласитесь, все равно не совсем то, на что мы рассчитываем. Хочется-то все-таки снежный шарик получить, хочется-то чего-то годного. Еще 350 голды, ну, вроде бы, как бы уже приятней. Но, опять-таки, маловато будет. Маловато, как говорил один товарищ в мультике. Едем дальше. Что получаем мы с четвертого контейнера? С четвертого контейнера всего лишь 75 золота. Да, ребятушки мои золотые, честно говоря, крайне не густо. Очень-очень, ребят, невыгодный курс. Давайте ехать дальше, что ли? Итого, нам выпадает с пятого контейнера, ну, я извиняюсь, хлам. Ну вот, ребят, реально, это же действительно тупо хламина, которая вообще не стоит того, чтобы на нее потратить золото кровное. Реально, ребят, бредня. Просто-таки бредня. Ладно, едем дальше, пока у меня на счету 950 золота и 5, ребят, купленных контейнеров. Едем дальше. Ну, не контейнеров, этих подарочков. Едем дальше. Из шестого контейнера нам выпадает еще 150 золота. Итого на моем счету уже 1075. Маловат, ребят. Маловато. Мне, честно говоря, хотелось бы чутка побольше. Ну что, попробуем еще рискнуть, как говорится, здоровьем. Что имеем? Имеем с вами, ребятки, ничего. Опять хламина, просто-таки неимоверная. Открываем следующий контейнер. В следующем контейнере опять хлам. Очень-очень-очень, ребят, обидно. Я хочу снежный шар. Я очень хочу снежный шар, пускай это твинг. Еще 75 голды, но мне от этого легче не становится. Да, пускай не основной аккаунт, но дайте, дайте мне снежный шар. Я хочу получить еще какую-нибудь машину. Блин, ну ёкарный бабай, реально фуфло такое, просто неимоверное. Едем дальше. Я уже начинаю потихоньку, ребят, расстраиваться. Я понимаю, что это все, блин, богадельня. Явно либо для очень фартовых, либо для очень отчаянных, либо для тех, у которых денег куры не клюют. Мне осталось открыть, в принципе, блин, еще один контейнер, последний. И на этом, в принципе, буду завязывать, потому что голду тратить я однозначно не буду. Я лучше с аукциона себе что-то конкретное куплю, чем буду тратить голду на приобретение вот этого вот фуфла всего. Ну что, поехали. Открываем последний контейнер за свободку. Из него получаем, опять-таки, большое ничего. Итак, ребят, обратите внимание, я слил более 600 тысяч своего свободного опыта, а на выхлопе получил всего лишь 1150 золота. Вот сами, ребятки, и решайте, стоит ли вам открывать данные подарки за свободный опыт, или лучше все-таки его не сливать. Ребят, шансы очень-очень хреновые, и поверьте мне, я думаю, что у вас будут они приблизительно такие же. Ну, может, если вы какой-нибудь именитый ютубер, о котором знает Wargaming, и ему немножко там что-то подкручивает, чтобы у него дохрена всего падало, тогда да. А если вы за честные, ребят, обзоры, за игру такой, какая она есть, за товары в магазине, такими, какие они есть на самом деле, за реальные шансы что-то получить из контейнеров,
Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, буду вам безумно благодарен. Я очень сильно хотел бы до Нового года набрать 5000 подписчиков и дальше развивать свой абсолютно честный канал, на котором вы найдете видео, на котором никогда, никогда не услышите, чтобы вам мочились в глаза или в уши. Будете слышать исключительно чистую правду, показы машин такими, какие они есть на самом деле, без каких-либо прикрас. Ну, короче говоря, я уже сказал, если вы за честность, подписывайтесь. На данный момент у меня все, будет что-то новенькое, обязательно выложу. Всех благ, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.